То есть вам выписали рецепт, вы обратились с этим рецептом? Они выписывают рецепт, потому что лекарств в аптеке нет. Нехватка лекарств – одна из главных проблем, с которой обращаются жители к власти и общественникам. В Химках проверили медицинские учреждения, выбирали, исходя из мнения жителей, в соцсетях. Всего таких обращений было более 100. Член общественной палаты Евгений Мартынов посетил больницы, лично проверил, как быстро можно записаться на прием, как проходит диспансеризация и выписка льготных лекарств. Так, смотрим Подрезкова в поликлинике смешанного типа, запись педиатра. Выберите врача. Такие встречи, конечно, носят продуктивный характер. Почему? Потому что сторонний глаз, так называемый, он видит те недочеты, которые можно будет исправить, вот, а также и можно рассчитывать на какую-то помощь, вот, для того, чтобы улучшить медицинские услуги для населения Московской области. Еще одна актуальная проблема – нехватка специалистов. В больницах мало педиатров, кардиологов, эндокринологов и терапевтов. Ребенку Натальи Федоровой год. Каждый месяц ходит на плановый осмотр. Много времени проводит в очередях. У нас не хватает педиатров, но все идут через одного. То есть сначала идет один по записи, другой без записи, и получается, как снежком все это накапливается. Чтобы повысить качество медицинских услуг, в Подмосковье реализуют проект «Добрая поликлиника». Ряд нововведений, среди них мобильные бригады, которые выезжают на дом, кабинеты неотложной помощи, куда можно обратиться в экстренном случае. Также в детских поликлиниках работает кабинет «Справка в один шаг». Там можно получить больничные выписки для санатория, справки в бассейн и детский сад. Евгений Мартынов проверил, как реализована программа и пообщался с жителями. Но нам, как общественной палате, кажется основным и приоритетным во всей этой истории структурных нововведений и перемен, важно, чтобы о жителе не забывали, важно, чтобы житель не чувствовал в эти временные рамки, пока идут перемены, он не чувствовал дискомфорта. Чтобы он по-прежнему, чтобы ему никогда не говорили «нет», когда он обращается за медицинской помощью. Проверять больницы члены общественной палаты начали в октябре прошлого года. Для этого сформировали специальную комиссию по здравоохранению. Всего за полгода удалось проверить более 30 муниципальных образований. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.